какой-то бир-карте написано Гримберген. Красные фрукты, фрукты рус. Да. Но на кране написано Гримберген Принтемс. Ну, типа весна или какой-то. Ну, мне кажется, и то подходит, потому что это реально какие-то малинистые, такой весневые тона. Ну, пахнет свеженьким таким пивочечком. Правда, он такой нежный, как будто с персиком, с каким-то, не знаю. Ну, какие-то вот есть ноты малины, мне кажется, чувствуется земляника. Да, малинка, земляника, персик, что-то такое очень нежнячее. Очень... И это причем не ламбик какой-то, да? То есть вот это вот пиво, но вот с такими вот нежными, вкусными, фруктовыми нотками. Действительно классно. Супер. Супер.